Пожар начался ранним морозным утром. Огонь и дым было видно издалека. Деревянный барак полыхал несколько часов. После ликвидации огнеборцы нашли одного погибшего. Избежать больших жертв помог экипаж ДПС, находившийся неподалеку. Инспекторы первые приезжают на место ЧП, делают поквартирный обход, будят людей, говорят забирать самое ценное, документы и быстро на выход. Представляете, сколько людей спасли? Они без каких-либо просьб кинулись на помощь. 9 человек тогда успели эвакуировать до приезда пожарных. Среди них были и маленькие дети. Постучался, толкнул дверь, но она открылась. И окрикнул там, ну кто-нибудь есть в доме. С данного дома в квартире вышел мужчина. Я ему объяснил, что произошло возгорание дома. Поднимайте, еще кто-то есть там, разбудите, одевайтесь. Сами инспекторы Мансур Тудин и Юрий Нуров говорят, что не сделали ничего особенного и рассказывают об этом случае очень скромно. Поступок наряда ГИБДД отметили высокой наградой. Сотрудники дорожной полиции получили медали за мужество и самоотверженность. Полиция приходит на помощь каждому, кто в ней нуждается. В тот момент граждане нуждались в ней. Спасибо большое. Свою награду Юрий посвятил маленькой дочке Алтане. Оба инспектора уверены, если бы такая ситуация повторилась, не задумываясь ни минуты, вновь пришли бы на помощь. Тем более для Мансура это уже второе спасение жителей из огня. Это как бы происходит очень это быстро. Моментально происходит. Там не задумываясь, а как-то либо последствия, вот поступила информация, надо помочь. Спасенные салихардцы благодарны им за неравнодушие к чужой беде, за желание помочь, за смелость и мужество. Говорят, эти люди достойны носить погоны и быть на страже нашего спокойствия. Дмитрий Усов, Валентин Хатанзеев, Максимилиан Волков. Время Ямала, Салехард.